Региональное селекторное совещание с руководителями гарнизонов пожарной охраны провел сегодня начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Эглит. Диалог проходил в режиме видеоконференц-связи. В регионе сложилась непростая пожароопасная обстановка. В нескольких территориях области, в том числе и в Ангарском районе, с 10 февраля объявлен режим повышенной готовности. В этой связи генерал обратился не только к огнеборцам, но и к представителям СМИ. Просьба вот непосредственно в настоящее время обратить внимание на вот эти территории и те, кто имеет возможность работать с территориями по области, просьба поддержать нашу совместную работу, направленную на стабилизацию обстановки с пожарами. Немалую роль в предотвращении возгораний и оперативном информировании граждан, по мнению руководства структуры, играют СМИ. На первый план сегодня выходят и вопросы профилактики, ведь впереди выходные, во время которых число пожаров обычно растет.